очень важно. Наступит день, когда среди вас видит как ребят с какими-то стратегиями, какими-то идеями, миллиардными мировых компаний. Вот тогда мы должны усиливать этих ребят. Я не шучу. Вот тогда, вовремя, покупайте по 2%, 1%, 5% именно из этих проектов, которые могут стать мировыми. Надо усиливать то, что могут сказать, можно легко продвигать в мировом рынке. Намного больше зарабатываешь и станешь быстрее состоятельными. Это правда. Конечно, бизнес делится, мы понимаем, на 4 направлениях. Одно – это дело моей жизни, да, как мастерская. Да, вот открылись, мне нравится эта работа, хожу туда и так далее. Есть такое. А есть люди, которые делают бизнес для того, чтобы денежный поток иметь, чтобы потом мечту реализовать. Да? Это другой подход и так далее. А есть другая категория людей. Каждый по-разному делает. Но я считаю, что если человеку удастся понять, создать, например, присоединиться вокруг глобальной идеи, тогда далеко пойдешь, больше сделаешь. Это круто. Среди вас кто-то все равно появится из вашей группы или другой группы, и когда-то не будут. Вот эти миллионеры же все равно растут когда-нибудь. Их станет больше и больше с каждым годом. Когда их будет 100, я перестану тренинги читать. Я дальше не пойду тренинги читать. Потому что пока дойду и довезу их до 100, мне придется несколько тысяч еще человек обучать. А потом волна сама продолжаться будет. Это же здорово, когда вас окружает больше 100 мультимиллионеров. Классно же. А через 10 лет, 2-3% из них станут миллиардерами. Вообще круто. А когда вас окружает 100, 200 или 300 или несколько тысяч состоятельные люди, легче жить, легче работать. Это действительно так. Я этому году почувствовал, именно этому году, вокруг меня сколько хороших учеников появляется. Я именно в этом году чувствовал. Они, многие из них, стали рядом со мной и морально, и духовно, во многих вещах. Через 3-5 лет будет еще круче. Так что держитесь рядом со мной, построим по всему миру много хороших гостиниц, бизнес-центров, много компаний, хорошо? И вот когда мы построим отель, вот это хороший отель, где будут со всего мира люди могут прийти учиться и так далее, добро пожаловать. И купите пару номеров себе, берите себе что-нибудь. Будьте там, как сказать, вложите один кирпич туда, какой-то там свой. Пусть точно такой, как вы, пусть придет и там учится. И развивается так. Я поэтому потихонечку начал перетащить свои курсы тут. Потому что здесь, со всего мира, пока мы Середнязы привели, он не приехал ни разу. С Америки и так далее. Видите, потихонечку они начинают собраться. Yeah. А сейчас я начну потихонечку привести фильмы и книги по всех других языках, максимально разговаривать. Здесь будут разнообразные люди скоро. Мне придется тоже на английском языке научиться говорить. Вот. Как я буду выступать на английском, здесь уже много людей, которые, да, аудитория большая, англоязычная аудитория, очень большая аудитория. А книги все будут на английском? Да, все, абсолютно дети, все. Дети, они хотят на английском, я, да? Говорю, на русском читаю. Скоро, я над этим работаю. Я в следующие десятилетия много работы буду делать, очень много работы. Так что будем, давайте, из капли превращаться в океан. Пойдет? Пойдет. Кстати, я пока не забыл. Вы не уходите, вы все садитесь. Я сейчас хочу, чтобы он включил одну очень важную вещь.